День участковых уполномоченных полиции – это профессиональный праздник должностных лиц российской полиции, осуществляющих служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. Праздник День участкового отмечается в России ежегодно 17 ноября. Этот относительно молодой праздник был учрежден в 2002 году в соответствии с приказом об объявлении Дня участковых уполномоченных милиции. С тех пор каждый год традиционно начальство окружных отделений МВД России поздравляет участковых с профессиональным праздником. Город Рассказово и Рассказовский район не являются исключением. Действительно, как я сказал начальник отдела, служба участкового, она очень многогранна и она очень сложна. То, что вы действительно практически каждый день работаете с людьми, вот эти порой, так сказать, трудные проблемы уже есть, и вам приходится это решать. И благодаря вашей вот этой работе по местам, с непосредственно полиции жительства, порой вы прощаете более, так сказать, тяжкие преступления. Самых добросовестных и отличившихся в этом году блюстителей порядка наградили первые лица города и района. Участковым вручили памятные дипломы и денежное вознаграждение. Те, в свою очередь, пообещали, что и дальше будут выполнять свою работу так же качественно и ответственно. Владимир Иванов, Никита Желтов, новости ТВ Рассказово.